генеральный спонсор программы «Сеть продуктовых магазинов «Сказка». Сеть магазинов «Сказка» – это всегда свежие и качественные продукты, широкий ассортимент и очень выгодные цены. Снижение цен на ряд товаров еженедельно. Сеть магазинов «Сказка». Шеф, нашу повариху надо уволить. В своем супе вчера я нашел утонувшего жука. Ужас какой, ну, Игорь, к сожалению, бывает такое. Жуки, они, знаешь, вообще очень плохие пловцы. Но при чем тут повариха-то? Она, что ли, их тренер? Я стажер, настоящий клад. Ну, тогда мне причитается 25%. Стопроцентное удовольствие ждет всех покупателей салонов «Меховая Одиссея». Весенняя коллекция верхней одежды от «Меховой Одиссеи» напомнила нам перекидной календарь. По его листочкам можно проследить, как времена года сменяют друг друга. Дни становятся длиннее или наоборот короче, а температура поднимается тем выше, чем ближе лето. По моделям новой весенней коллекции эти изменения тоже можно увидеть более чем наглядно. Пока на календаре зима и на улице еще морозно, совсем не поздно купить новую шубку. В «Меховой Одиссее» в Севере представлены вполне демократичные модели шуб из мутона, орелага и лоскутной норки. На эти теплые необычные шубы в конце сезона «Меховая Одиссея» в Севере установила скидку 20%. В марте в город придет межсезонье со своими привычными спутниками, морозными ночами, уже теплым дневным солнцем, ветрами и мокрыми осадками. С такой погодой шубе уже не справиться, поэтому «Меховая Одиссея» в Севере предлагает тканевые пальто на натуральном меху. Использованные в отделке элитные виды меха делают такое пальто статусной и по-настоящему роскошной вещью. Еще одним вариантом для межсезонья может стать куртка или плащ из замши на синтепоне. Эти изделия отличают очень удачный фасон, который идет всем женщинам без исключения. Не случайно эти модели представлены в очень широком размерном ряде от 48 до 62 размера. Замшевые куртки также отделаны элитными видами меха, а благодаря специальной лазерной технологии обработки замши куртка привлекает к себе внимание и выглядит гораздо дороже, чем на самом деле стоит. И, наконец, для совсем уже теплой весны «Меховая Одиссея» подготовила новую коллекцию курток из кожзаменителя. Коллекция принадлежит перу молодого дизайнера. Она современная, актуальная, очень необычная и даже чуточку провокационная. Тюли стразы в отделке, своеобразные фасоны и расцветки, кожзаменитель, неотличимый на вид от натуральной кожи, и цена в 2-3 тысячи рублей делают такие куртки фаворитами молодежной моды сезона весна-2013. И, разумеется, традиционно в ассортименте «Меховой Одиссеи» кожаные тренчи, плащи и куртки, кашемировые пальто, а также новая весенняя мужская коллекция. Ведь перекидной календарь «Меховой Одиссеи» никогда не заканчивается, и на каждый день такой переменчивой и капризной весны в нем найдется свой собственный, уникально оформленный листочек. Шеф, я придумал, что подарить Семену Аркадьевичу на день рождения. Да? И что же? Часы! Часы с гравировкой Семену Аркадьевичу от агентства. Ну, идея неплохая, но небольшая поправка. Пусть гравер напишет просто «от агентства». Ну, мало ли. Женщины-стажер могут все. Правильно, шеф, только некоторые стесняются. Если вы наденете купальник из магазина «Триумф», вам уже нечего будет стесняться. Не успели модницы Оренбурга прийти в себя после триумфального открытия первого в России магазина модного белья «Лаума Линжери», как для них готов еще один сюрприз. На этот раз его преподнес знаменитый бутик «Триумф», на витринах которого уже появилась абсолютно новая, актуальная, бесподобная круизная коллекция. Круизные коллекции шагнули сюда прямо с модных подиумов. Их еще фотографируют для модного фэшн-глянца. Журналисты еще пишут статьи о модных тенденциях 2013, а оренбургские модницы уже имеют возможность выбрать и купить купальник и отправиться в нем на отдых, не дожидаясь официального наступления лета. Благо, возможностей для этого сейчас достаточно. Круизные коллекции в «Триумфе» представляют две знаменитые на весь мир марки – «Крул» и «Магистраль». «Крул» – греческий бренд с многолетней историей. Он был основан в середине прошлого века. Маленькое семейное предприятие по пошиву белья чрезвычайно быстро стало популярным
популярным не только среди обычных женщин, но и среди кинозвезд того времени. Например, одной из фанаток белья Крул была несравненная Мария Каллас. «Магистраль» — это венгерский бренд, знаменитый своими уникальными принтами и использованием необыкновенной эксклюзивной фурнитуры. Все показы коллекции «Магистраль» являются закрытыми, и увидеть творение марки широкая публика и журналисты могут только после того, как они появятся в магазинах. Но, разумеется, бутик «Триумф» славится не только купальниками, но и эксклюзивными коллекциями белья. Здесь можно найти практичное белье для повседневной носки, а можно примерить завораживающие образы линии «Триумф Эссенс». Венчает ассортимент магазина «Триумф» белье премиальной линии «Вализе». Его создают лучшие французские дизайнеры, а для производства белья «Вализе» используются самые элитные и чувственные ткани. Многие модели обладают легким корректирующим эффектом. А еще в «Триумфе» всегда можно найти богатый выбор мужской и женской домашней одежды. Очень уютной, невесомой, милой и очаровательной. Одним словом, в этом сезоне бутик «Триумф» с легкостью удовлетворит любые запросы самых требовательных покупателей. Вам осталось только захотеть чего-то особенного, а выбрать и купить это особенное обязательно поможет бутик марки «Триумф». В сети магазинов «Сказка» всегда очень выгодные цены. Широкий ассортимент продуктов всегда свежих и качественных. Снижение цен на ряд товаров происходит еженедельно. Заходите чаще, покупайте дешевле. Экономные хозяйки знают, что с магазином «Сказка» экономить легко. Итак, Игорь, я включаю диктофон, но предупреждаю тебя, что все, что ты сейчас скажешь, может быть использовано против тебя. Ну, тогда 5 голых женщин. Что 5 голых женщин? Ну, тебе придется использовать против меня 5 голых женщин. Ради денег, стажер, люди готовы пойти на что угодно. Да, шеф, даже на работу. На работу, как на праздник, ходят высококвалифицированные мастера компании ЕИК. Мягкая мебель – обязательный атрибут любого дома или помещения. И шикарного особняка, и скромной малогабаритки, и ресторана, кафе или офиса. К этому вопросу многие подходят достаточно щепетильно, поскольку мебель должна создавать комфорт и подчеркивать дизайн. Воплотить вашу фантазию в жизнь с удовольствием берутся профессионалы мебельного искусства из фирмы ЕИК. Здесь готовы создать уникальную, по сути, авторскую мебель, учитывающую малейшие нюансы вашего вкуса и желания. В ЕИКе смело берутся преобразить не только вашу гостиную, спальню, детские комнаты, но и ресторан, кафе, офис или целый кинотеатр. Удобные, величественные диваны, мягкие кресла, банкетки, пуфики и много всего, что только может пожелать ваша душа, не проблема для мастеров фирмы ЕИК. Разрабатывая свой индивидуальный интерьер, вы сможете создать для вас место, наполненное атмосферой стильного классического уюта, где будет приятно собраться всей семьей или большой шумной компанией. Кстати, фирмы ЕИК готовы сотрудничать с дизайнерами ваших квартир, домов, офисов, ресторанов и кафе. Принимайте решение, и уже в ближайшее время новая мебель будет именно там, где вы больше всего хотели бы ее увидеть – у вас в квартире. Оптовая продажа поролона, мебельных тканей на любой вкус, синтепона, винил кожи, холофайбера, ватина, войлока и огромное разнообразие комплектующих и фурнитуры – еще одно неоспоримое достоинство фирмы ЕИК. Это очень удобно для производителей мягкой мебели, ведь они могут купить в одном месте все необходимое. И что вдвойне приятно – по индивидуальным скидкам, которые предложат именно для вас. Ведь фирмы ЕИК ценят и уважает своих партнеров. Шеф, если ты не вернешь мне звание «Отличник предприятия», я выброшусь в окно. Ну, вот, видишь? А ведь отличники предприятия на дороге не валяются. Знаешь, стажер, вот в детстве у меня не было велосипеда, а теперь зато Бентли. Ну и что? Шеф, ну велосипеда в детстве у тебя все равно уже не будет. Зато у всех, кто придет за покупками в салоны ДВА, будет возможность купить превосходную обувь.
Говорят, для того, чтобы не упасть с велосипеда, нужно всего лишь ехать быстро. Такое же правило применимо и к бизнесу. Жаль, немногие об этом знают и применяют на практике. А вот знаменитые оренбургские салоны ДВА знают, применяют и еще как. Даже мы не всегда успеваем за их идеями, новинками и спецпредложениями. Только расскажешь об одних, а уже на подходе другие, еще более заманчивые, интересные и, что немаловажно, актуальные. Например, в эти дни в салонах ДВА объявлена грандиозная распродажа детской зимней и демисезонной обуви со скидками до 50%. Выбор в обоих салонах велик. Если не смогли подобрать нужную модель на Салмышской, она обязательно найдется в Мелодии на Туркестанской, ведь в каждом салоне представлен свой собственный уникальный ассортимент. Что касается взрослой обуви, в ДВА продолжается распродажа женской зимней коллекции, а также полным ходом идет ликвидация остатков в мужском зале со скидками до 70%. Но наряду с этим в ДВА уже поступает абсолютно новая весенняя коллекция. Она появляется постепенно, словно пробивающийся из-под снега нежный весенний первоцвет. Но едва взглянув на эти легкие сапожки на шпильке, ботильоны и туфельки, уже становится радостнее на сердце. Ведь мы тут же вспоминаем, что сугробы и непролазные снежные заносы не навсегда. Совсем скоро дорожки вновь станут чистыми, деревья зелеными, солнце ярким, а каблуки высокими. Кстати, в ДВА уже все готово для первого весеннего праздника 8 марта. Новая коллекция ярких и изысканных туфель для корпоративных вечеров и нарядных туфелек для маленьких принцев и принцесс любого возраста, даже таких, для кого это 8 марта будет первым в жизни. А скидки на абсолютно новую коллекцию можно получить уже сейчас. Вторая и последующие пары обойдутся вам на 20% дешевле цены, указанной на ценнике. И пока довольные клиенты примеряют новые модели и радуются выгоде, салоны ДВА продолжают генерировать новые идеи, предложения и акции. Ведь только так в наши дни можно не только не упасть с велосипеда, но и достичь новых, небывалых высот и горизонтов. Партнер программы – салон красоты «Себастиан». Кератиновое выпрямление, наращивание волос, стрижка горячими ножницами, создание свадебных образов – теперь по новому адресу.